Пациентов Омской инфекционной больницы кормили зараженной кашей. В лечебном учреждении сотрудники Россельхознадзора обнаружили гречку, в которой были опасные насекомые. Лабораторный анализ подтвердил, гречка заражена мельничной огневкой. Это вид бабочки, которая откладывает яйца в продукты питания. Партию крупы изъяли, ее уничтожат в ближайшее время. Главврачу выдали предписание более внимательно контролировать условия хранения продуктов. В больнице отказываются комментировать результаты проверки. Однако специалисты Россельхознадзора успокаивают, каша из зараженной вредителями гречки навредит пациентам не могла. Мельничная огневка – это бабочка семейства огневок, гусеницы которой являются вредителями зерна и хлебных запасов. По нормативным документам, естественно, заражение недопустимо, но опасности для жизни и здоровья людей не представляет.